Здорово. Я такого даже не знаю. Не знаю, но такого... Они ехали вообще в машину. Есть же такие ситуации, когда мою машину взял. Они хотели ехать в машину. Вообще, это даже не манит. Колеса внутри, не манит ушкоджень, не Андрея Ивановича, не манит ушкоджень. Получается, скоро предлагаем выгоду. Буксует кровь. Видите? И назад сдал. И назад. А сигналил я. Вот и все. Ну, Андрей, рассказывай, что там. Ну, значит, инспекторы Кобры, купив за деньги налогоплательщиков, имеется в виду во время служебное, которое оплачено им налогоплательщиками, купили покушать себе в Макдональдсе и заехали вот сюда, вот в этот уголочек, перекусить так. После Макдональдса. Мы подъехали, чтобы задокументировать данный факт на видео. Инспекторам Кобры это явно не понравилось. Они включили заднюю передачу и начали резко двигаться в сторону моего автомобиля. То есть не убедившись в безопасности маневра? Абсолютно. Я начал сигналить, при этом инспекторы Кобры, сдавая назад, да, машина не дешевая будет в ремонте, сдавая назад, совершили наезд на Андрея Дзиндзю. То есть нагло, цинично. Обращу внимание особое, что любые звуковые и световые сигналы, специальные или обычные, у автомобиля Кобры просто-напросто отсутствовали. То есть это было покушение на убийство? Есть подозрение, да, это вот я к этому сейчас вел, есть подозрение, что это было заранее... Ну, это была симпровизированная акция. Задавить Дзиндзю, чтобы неповадно было снимать, как инспекторы Кобры кушают. В служебное время. Да. В служебном автомобиле. То есть это уже отметим, что это второй ДТП за последний месяц. Наезд на журналиста дорожного контроля. Это да, да. И, к сожалению, это так. Сейчас они сразу вызвали себе группу поддержки своих дружков на двух автомобилях. То есть, чтобы сразу те начали брать все в свои руки. Ну и, собственно, стали останавливать свидетелей каких-то. Вот ГорГАИ подъехала, сейчас посмотрим, как они объективно, не объективно отнесутся к этому. Дзиндзю уже доставили в больницу? Нет, Дзиндзю не получил физических травм серьезных, потому что, смотри, хорошо, как ездят. А уже позвонили, сказали, что... Крайне слабое положение выехали. Ну, собственно, вот. Вчера жгли машины, сегодня давят нас. Что завтра будет? Вытащат оружие, стрелять по нам будут. Да, то есть, ну, война идет еще. Вполне возможно. Притом инспекторы сразу же хотели скрыться. Мы кричим, что здесь ДТП произошло. То есть они хотели скрыться с места совершения ДТП? Да, и... да, мы уже... Как мошенники, уголовники. Вот заблокировали автомобиль, чтобы они не могли скрыться с места ДТП. Да, это, конечно, ужасно. Придавили человека, и самое интересное, кто был за рулем? Человек, который наставлял табельное оружие на рынке. А, Васильчук? Да, понятно. Да, да. Не может не успокоиться, но какое табельное оружие? Так вы сами признались, вы сами признались. Какое здесь табельное оружие? Огурец наставляли, может, или бутерброд? Ну да, неприятно мне, когда моего коллегу дали. Вот интересно, зачем? То есть, Андрей, тут в данном случае есть прямой мотив, да, получается? Конечно. Судя из тех конфликтов, которые были раньше, тут есть прямой мотив на устранение физическое устранение Дзиндзи. Конечно. То есть убийство конечно. Его, чтобы он больше не работал. Ну и самое, я же говорю, ехали прямо в мою машину. То есть сдавали назад четко в автомобиль. Четко. А где ваш автомобиль? Вот мой автомобиль. А вы же заблоковались на жбовую автомобиль? Нет. Своим автомобилем? Как я блокировал? А как я блокировал? Я остановился здесь на парковочку. У него спецсигнал был выключен. А я взял, извините, пример вот с этого автомобиля и здесь решил припарковаться. Автомобиль да, это является... спецзагону, то вы да. Швиденько паркуватися. Інспектор, ви ж один із нормальних інспекторів. Ні, да. Не провоцируйте. Совершенно верно. Я ж не провокую. Совершенно верно, я ви говорите. Нормально. Знаете, вот 111 приказ читали, наверное, да? Там, бути взірцем у виконанні правил дорожнього руху. От для мене був взірець. Я взяв и припарковав свій автомобіль так само, як припаркували інспектори. Спеціальні сигнали було в вимкнено. А потім ще як підійшов, побачив, що за кермом. А ще як підійшов, побачив, що, як побачив, що вони кушають мене, да? За гроші податку платників. Аж зовсім неприємні. Неприємне, извините, я по-русски буду, неприємне у мене стало отношення к Васильчуку.
А почему же вообще сегодня тут собрались, надо рассказать, потому что это интересно. Я думаю, мы это оставим на пока. Ну, мы это пропишем потом, да. Потому что цель сбора была очень интересная. Вы, как всегда, умеете прописывать правильные вещи. Половину вырезаете, остальное... Ну, как по Розинской вырезали, так мы научились. Берем пример. Так вы еще и до Розинской вырезали. Ой, поверьте, до инспектора Гетьманца у вас никто не трогал. Поверьте, здесь ничего так вырезать. Мы должны не иметь отношение к инспектору Гетьманца. Ну, видел? Коллективная ответственность. Коллективная? Да. Смотри, кто. Нет. Да, я видел. Андрей. Что, потерпевших нету уже? Я думаю, протокол надо составить, как минимум. По ДТП изъять водительскую машинку на штрафплощадку. По процедуре, да? Как... Андрей, они хотели мою машину протаранить. Они тебя Андрей хотели Иванович, задавить. Занимаете, они тупо честно. Давили тебя. Андрей Иванович. Ты Андрей заднюю Иванович. Хочешь включать. Вы тут не занимаете. Якщо ви вибачився, ну просто вибачився. Камери, камери виключимо. Ну, Извините, дай вибачиться. Вибачиться. От приступить через своє его. І без проблем. Їжджайте. В чому вибачиться? Давайте з вами ще поговоримо, бо це я не знаю. Слухайте, я з вами не розмовляю. Дай ви сидить. Я просто він мене почув. Він мене почув. Він вже вивчатись не хоче? Хоче. Тоді зараз. Ну, процедурки треба. Якщо він не вивчається, два варіанти. Або він вивчається. Або він вивчається. Ну, Андрій Іванович має підходити комусь. Не він же інспектора задає. Я його три рази служебне удостовірення просив. На коленях умолять или что? Улыбайтесь, да? Улыбайтесь. Блядь, не курьте, вы переезжаете. Куда? Дайте на работу. А вы тоже вроде бы ДТП оформляли в прошлый раз, нет, с Коброй? Да? На возле этой вот моста этого, да? На Дегтяревской? Да, да, да. Это вы специализируетесь, наверное, под это, по Кобре, да? ДТП. Честно, попадает что-то так. Надо что-то... Неплохо такая, да? Сходить. Думаете, поможет? Пойду в отпуск, пойду в церковь. Сомневаюсь, от этого дела... Ну что, идем, это поддержка. Чисто, как это называется? Как это в 90-х называлось? Подожди. Не качели, не терки, блин. Стрелка, стрелка, стрелка. О, чисто стрелка. Подъехали такие три экипажа Кобры со своими братками. Подъехали мы со своими друзьями. Все, стрелка. Блин, где мы живем? Правовое государство или шипито какое-то? Украина.